Всем добрый день. Сегодня 19 сентября 2023 года. У нас продолжается лето. Сегодня прям жарко. Я сегодня здесь упираюсь в наших сарайчиках. И детки, малыши и взрослые все со мной гуляют. Некоторые уже даже вот ушли вон туда там полежать от солнышка, потому что, ну, достаточно, да, жарко. Гуляем целый день практически. Все уже лохматухи мои набегались, наигрались. Я им даже кинула туда лежаночки, и они, так сказать, подремали понемножку. Ну, кто-то зашел в домик, водичка стоит. Ну, сегодня прям аж жарко. Вот, поэтому близко показывать не буду. Все лохматые. Вот, поэтому очень не люблю, когда они лохматые. Но что делать? У меня нет сейчас времени. С утра мы все процедурки прошли, почесались, помыли глазки, умылись. В общем, все сделали. Сейчас дети наслаждаются просто свободой. Бегают, играют. Кто-то грызет. Вот даже попадало немножко с дерева сливы, то смотрю, начали грызть, но я позабирала, конечно, чтобы животики не болели. Кто-то вот здесь вот у меня грызет, убежал. Это у нас Атосик. Атосик-хулиганчик. Ух, этих мои три брата-акробата-хулиганчика. Прям продолжают они хулиганить и громко гавкать. И вот прям возмущаться, если их что-то не устраивает. Видите, жарко, очень жарко. Прям аж язычки повысовывали. Прям вернулось лето в середине сентября. Так, мальчишечки здесь бегают, играют тоже. Грызут погрызушку наш бэбик и Миранда. Мальчишки все там, девчонки все, в общем, гуляют. Наслаждаемся еще погодой. Уже скоро передают, что, ну, будет понижение температурки. Ну, а пока мы все прям на солнце супер, просто супер. Тимофейка ушко грызет. Тоже красотульчик наш, который ищет мамочку, папочку. Вообще потрясающий ребенок. Не могу прям насладиться им. Это не собачка, это просто человечек, который все знает, все понимает, все хочет знать. Ему все интересно, все ему нужно. Так, наш мальчишечка Жафрей, Жорочка, красавчик, тоже жарко. Вот так вот прилег, все прилегли, видите, в тенечек, вот, поэтому жарко, язычки повысовывали, и мы тут гуляем. Ну, гуляем целый день, повыпускала всех, не закрываю, не так прям аж сильно печет, но здесь есть тенечек, поэтому пускай наслаждаются. Немножечко еще осталось такой прекрасной погоды, конечно, уже в траве, и даже нашли уже снова где-то вот эти колосочки наши любимые. Ну, как же без них? Вот мальчишечки наши балуются, играются. Лора с ними тут что-то. Нет, Лора отдельно. Сама что-то гребет. Мальчишки вот баловники. Играются и бегают. Так, где-то у нас кто? Портос. Портос еще где-то он бегает. Это Атос и Арамис. А там где-то бегают еще мальчишки наши. Хотела показать, нету, где-то он убежал. Ну, в общем, все свободно, все открыто, все калиточки, все открыто, они свободно гуляют. Я пока здесь с ними рядышком, поэтому разрешаю, все под присмотром, хотя у нас везде все закрыто и оборудовано так, что детки наши в полной безопасности. Но все равно я всегда просматриваю. Так, Амурчик наш красавчик. Так, что там такое? Будьте здоровы, мои хорошие. Амурчик, красотулик. Вы посмотрите, как у него красиво стоят уши. Просто божественный мальчик. Вообще просто потрясающий. Волос на солнце аж блестит. Да, мой сладкий. Да, мой золотой Жафрейчик. Сразу я пришла, и он пришел тоже ластиться. Вот такие мои детки-конфетки. Я продолжаю убираться. Сейчас нам в доме есть всегда работа, поэтому мы то белим, то красим, то что-то вот еще выполняем всякие работы для красоты, для уюта, для чистоты. Ага, так, кто-то к нам пришел, хозяева побежали. Ну, малышам все равно, вот они все тут играются. Да, вот так, мой красавчик Арнольдик,
который ждет свою мамочку, папочку, вот такой красотунчик. А что ты застеснялся, рыбка моя? Не надо стесняться. Вот такой мальчик, микро-малыш, микро-мини, он маленький-маленький. Примерно где-то он в холке, ну, сантиметров 16-17, коби типа, маленькие, коротенькие ножички. Ну, шикарный мальчик, здоров полностью, ну, беспроблемный вообще. По питанию, по уходу, попрыгать, побегать, без проблем, в общем. Поэтому, кого мальчишечка интересует, но мальчик уже взрослый, можно обратиться. Очень душевные, очень все понимает, знает, все ему интересно. И я думаю, что без проблем вольется в любую семью. Ну вот так, прибежали уже все. Все нашумели, накричали. Так, наш Ярослав Мудрый тоже прибежал. Левушка, как всегда, там подали. Там вот он любит постоять. Да, он у нас такой элитный мальчишечка. Да, так, наша красотулечка, девочка, Николь, да, она сейчас будет забирать ухо у Тимофейки, хотя ухо лежит рядышком, а ей нужно забрать, такая красотуля, да, еще та с характером, так что гуляют, гуляют мои малыши, кто-то шумит, кто-то балуется, красавчик Жан, красотулик, вот, посмотрите, какой он божественный мальчик, просто супер. Шарик маленький, шикарно одет, волос он бежит, он прям, ну прям льется. Да, уже льется с него, вот такой красавец. Микро-микро-малыш, микро-мальчоночек, но мальчоночек-энерджайзер там. Он шустрый, быстрый, активный для активной спортивной самой лучшей семьи. Зубочки беленькие, красота, просто красота. Посмотрите на него. Мальчик в поиске, мамочек, папочек. Так, еще раз, Арнольдик, зайка, Арнольдик, такой стесняшка, как только начинаешь его снимать, он сразу уходит, типа я тут был, меня тут нет. Ой, красавец, красавец, просто красавец, жарко, правда, очень хорошо на улице, еще хочется тепла, пусть еще будет солнышко, вот, ну, мы тут продолжаем бегать, играть, гонять. Пока мама тут, и они тут со мной рядышком бесятся. Уборочка идет, есть время. Стирки, уборки, все нужно успеть обязательно. Ну что, дорогие друзья, рады были вас приветствовать с нашего солнечного города Евпатория. Кого интересуют наши детки, малыши, пожалуйста, обращайтесь. Всегда рады общению. Доставочка у нас есть в любую точку мира. Стоит вам только захотеть. Будем общаться, пишите, звоните. Все, пока-пока, до новых встреч.